знаю, зачем она нужна, так и не разобрался. Факел красиво, конечно, я достал. Тем более, что он даже не тушится об дождь. О, давайте как в старые добрые времена сделаем. А, в инвентаре необходимо убрать факел. Так, сейчас. Вот чел, да? Спокойно себе идет, странник. Мы берем, присаживаемся. У него за спиной. После этого я его душу, блядь. Потом я беру, поднимаю его тело, на свои плечи кладу. Прячу его в каких-нибудь кустах или за деревом. Бросаю тело. Да, бросаю тело. Он скатывается, блядь, к сожалению. Пиздец. И здесь какие-то чуваки сидят еще в лагере, оказывается. Ну ладно, тут его никто не найдет. Обобрать, да. Я беру у него гроши. Вот такой вот грабеж. Он даже не знает, кто его ограбил, в принципе. Он ничего не помнит, я думаю. Хотя, блядь, он знает, кто его ограбил. Я ему показал свое лицо. Черт. Стоп. Вот, кстати, мой персонаж. Смотри, как красиво выглядит. Максимально красиво, как Робин Гуд, самый настоящий. Мне придется убить его, наверное. Типа, я его потому что не придушил, а всего лишь лишил сознания. Персонаж не дотягивается, к сожалению, до лица. О, вратарь сегодня проводит турнир. Бля, я бы не прочь был бы поучаствовать в турнире, если честно. Вообще супер не прочь. Мне его нужно убить обязательно. Ладно, я не буду его убивать. Блять, убить его или не убить, чуваки? Если я его не убью, то он пойдет расскажет кому-нибудь, что я его задушил. Точнее, ну, лишил сознания. И что мы его ограбили. Знаете, погнали его. Просто выбросим в реку. Тут река неподалеку я видел. Может быть, он ударится головой там об камень, например. И, в принципе, по-настоящему потеряет сознание. Давайте. Так что, как бы не я его убил, получается, а река, природа. Не правда ли? Логично. Оп. Все, до свидания. А течение, блядь, выйдет погулять сегодня? Понял. Может мне, типа, на него прыгнуть, чтобы он прилип, короче, к песку на дне? Смотрите, такая технология. Получается, я сейчас на него двумя ногами прыгаю, он как бы жив. Он прилипнет к земле, какой-нибудь к илу, например, на дне. И, может быть, так все будет хорошо, его никто не будет видеть. Блять. Стоп, здесь супер... Блять, здесь супер мелко. Фак. Окей. Да ебать. Почему не получается? Я получил дэмэдж. Типа об камень. Да блять. Я чуть сознание не потерял сейчас, персонаж. Так. Что-то уже начинает происходить, начинает получаться. Да почему я теряю хп из-за этого? Глупость какая-то. На, блять. Вот, заебись, он прилип. Ха, пиздец, а вы не верили, нахуй. Он реально прилипает ко дну постепенно. Черт, он выплыл. Сука, заебал. Напоминаю, что он все еще жив. Ладно, может, ты на течение уже выйдешь? У вас, парни, чаевые. По баксу с носа. Спасибо большое. В свете последних событий, не хочешь провести стрим без оскорблений и мата? А за каждый мат какой-нибудь легкий штраф, наказание. Все сразу поймут, что ты уважающий меньшинства стример и не будут тебя банить. Я никогда не оскорбляю меньшинства. Да и вообще, в принципе, никого не оскорбляет, только этих NPC. Я не хочу такой стрим проводить. В принципе, мы спрятали его норм. Он как бы пытается самоотсос сделать и все. Никто даже подходить к нему не будет, блять. Пока он таким деликатным заданием занимается. Окей. Где наша лошадь? Ты ему все кости сломал, неправда.